Я бы хотел бы отметить вообще в целом организацию, потому что когда первый раз мы задумывались над тем, чтобы приехать в Майкоп, честно говоря, были некие сомнения, но сегодня все эти сомнения остались в прошлом, потому что финал прошел на великолепном уровне, и больше 5000 зрителей, шикарный стадион, шикарное поле, ну и, конечно, шикарная игра команд. Вообще, мне кажется, финал удался со всех точек зрения, и я хотел бы поблагодарить прежде всего и руководство республики, и всех организаторов матча, потому что сегодня был финал такой, какого мы ждали, со всех точек зрения, как со спортивной, так и с организационной.